Да ты видишь, Амедей? Вижу, вижу, дорогая моя. Теперь ты понял меня, как за последние 500 лет испортился мужчина. Ну, что ж ты хочешь, дорогая? За 500 лет испортится не только мужчина, а что угодно, дорогая моя. Да ужасно. Наша Лота сидит на балу, уже 3 часа сидит. И до сих пор ни один мужчина не пригласил ее ни на один танец. Могло это случиться в 14 веке? Могло? Могло. Нет, не могло, папа. Тише, хорошо, не могло. Ступай в зал. Приведи Лоте какого-нибудь кавалера. Главное, приведи. Что же я тебя насильно буду делать? Если будет упираться, то, конечно, насильно. Что за вопрос? Дорогая моя, ты знаешь, какие теперь молодые люди. Посмотри внимательно. Они же будут вырываться. Возьми какой-нибудь послабее. Ну почему послабее, мама? Лота, тебя не спрашивают.